движение у нас улучшилось. В утренние и вечерние часы у нас не было пробок. Было в пятницу немножко затруднение движения с улицы Амелькова, но мы быстренько сориентировались. В течение 15 минут пробка была убрана. Эксперимент проводился с пятницы по понедельник. То есть круглые сутки экипажи ДПС стояли, помогали людям ориентироваться на месте. Теперь эксперимент закончен. Мы увидели то, что мы хотели увидеть. В настоящее время сейчас будет готовиться документация, проект. И после того, как будет утверждено в управлении ГАИ Краснодарского края схема организации дорожного движения, мы будем внедрять в производство. Ну, постараемся в ближайшее время это сделать.